взлет, тело 100 метров. Вот на эту линию. Будьте добры. Спасибо. Сегодня сложилась довольно-таки очень серьезная обстановка с ледовым покрытием на Финском заливе, для чего были привлечены сегодня беспилотные летательные аппараты для мониторинга ледовой обстановки и оказания помощи в установке координат, так как воздушными подушками не всегда представляется возможными обследовать колоссальные просторы нашего Финского залива в районе курортном. Вот для этого и привлекли беспилотную авиацию, благодаря чему были установлены координаты широта, долгота, после чего нанесены координаты на навигатор, и две воздушные подушки осуществили снятие данных рыбаков. Заключено соглашение с МЧС, по которому мы проводим совместные работы в интересах поисково-спасательных работ. Сегодня нами была проведена работа по обеспечению поиска рыбаков. В ближайшее время планируется работа с МЧС по различным, так сказать, объектам, в частности, по пожарам, по ледовой обстановке, по различным техногенным катастрофам, которые могут возникать. Работа ведется следующим образом. Центральное управление МЧС сообщает за 3 часа до необходимого времени появления на объекте. Мы выезжаем нашей командой, с нашими беспилотниками, с нашими самолетами, вертолетами и, собственно, наземным комплексом. Выезжаем на место и обеспечиваем выполнение той задачи, которую перед нами ставит непосредственно МЧС.